Хорошо, подойдите. Идите не сюда. Дайте шума, шума дайте! Поздравляем! Шума дайте, ё-моё! Да уж, подстава знатная. А где вы забрали? Вот сами не играть, за чужих радуйтесь, ё-моё. Поверим, нет. Ну рад хоть или нет? Да, рад, конечно. А что за бутылка? Что за коньяк-то? Кенигсберг. Пусть завидуют молча, скажи, дядька. Да, правильно, молодец. Рад, конечно. Да? Я бы прыгал на твоем месте. Сам процесс. Сам процесс. Ну, мы видели процесс. Повезло, молодец. Путешествие. Что заело, да? Что делаешь? Что снимаешь? Снимаю видео о себе, о поездках, да, да. Разговоры. Да, что, все, уже музыка закончилась на сегодня? В Кемеровской области. А, просто снимаете, да? Да, конечно, для себя просто такое влог видео. Идете, да? Нет, для себя просто привет. Домашнее видео. Привет всем. Блогерам привет. Он продавал экскурсии, попросил меня продать. Я говорю, я не продам, просто могу весело рассказать. Ну, купил хоть что-нибудь, нет? Я у тебя еще не купил, но ты мне можешь продать. А у тебя батарейка села, я уже услышал. Батарейка села? Да, конечно, звезда. Это у меня, это у нее. Да. Ее зовут Колонка. Колонку? Да. Музыкальная. Надо зарядить. Классная, китайская, да. Колоночка. И на сегодня надо уже заканчивать работу, ребята, похоже. Ребята, в Ютубе есть все. И про вас до сих пор, и на вас, и на вас. И даже на того человека. Парни, на джип-туры, на завтра. Они нас снимают бесплатно. Ну, поехали завтра, тоже будет снимать бесплатно. У нас своих джипов хватает, правда. А вы откуда, ребята? Кемеровская область. А какой город? Прокопьевск. Прокопьевск. Ленинск-Кузнецк, знаете, такой? Конечно, рядом. Все это между. Если вы едете в Ленинск-Кузнецк, вы обязаны зайти в маленькую церковь. Там есть маленькая деревянная церковь. Там отец Виталий. И от Олега передать приветствие отцу Виталию. Но если он увидит, и он вам передаст поклон. И всех-всех приглашаем к отцу Виталию на бесплатное крещение. Отец Виталий обещал всех покрестить бесплатно. Во время циркового представления он объявлял, и я в микрофончик объявлял. Ребята, поняли? Кто не придет, тот покрестится и должен будет внести пожертвование. А у отца Виталия бесплатно. Обязательно это войдет все. Ленинск-Кузнецк. Все, всего хорошего. Давайте, счастья вам, здоровья. Всего хорошего. И это я обязательно вставлю, даже не буду ничего вырезать. То есть как было, так и есть. Все.